ебучие пироги! Визуально это скорее блин, а конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Крас, не время! Внимание! Зафиксировано нарушение микроклимата в помещении армии Северного Фокуса. Целостность контейнеров с образцами нарушена. Thank you.
Thank you.
Доступ разрешен. Майор, оружие или способности? Ah!
Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров? Как чувствовал, что этим закончится? Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размозжило погрузчиком кровавую трубку. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаемся. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня все равно не возьмешь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. И... Ну и кто теперь безмозглый? Thank you.
хранение данных. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми... Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Двери заперты. Без подачи питания их не открыть. Главный зал коллектора-распределителя украшает символ комплекса валют. Береза ПК-4. Общий труд ученых комплекса валют. Благодаря полимерным технологиям и обследованию исследовательских направлений, это дерево может не только выживать в разных температурных режимах, обеззараживать окружающую среду от вредителей, но и самостоятельно вырабатывать электроэнергию. В подтверждение и невезгубности инженеры комплекса снабжают березовым электричеством целое крыло павильона. Раз, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Thank you.
Похоже, еще немного, и котлы взорвутся нафиг. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. Бойлер раскаленный, руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Это криогенный элемент. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. И где тут вход в трубу? Так, вот впускной раструб. Прости, но мне нужнее я. Сам понимаешь, ты машина. А мне ну надо мне будет. Твой удел какой? Людям служить, верно? Я вот тоже людям служил и под Курском, и под Берлином. И не за почести, да поблажки. Мы за равноправие бились. Чтобы права у всех одинаковые и обязанности. Чтобы как все быть. Только вот пойму, как твою эту штуку себе приделать.
Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащи? Осталось еще банк. Да неужели? Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой.